Ну, ставь метку и поехали. Скар. Хочешь скар? Можно. А какая у тебя СМГ? ЕМП. ЕМП. Ну, ладно, сорта. Ок. А я тоже скар нашел, забей. Окей. Флешхайдер на СМГ есть. Ой, слушай, нахер СМГ, я карабин нашел. Блин, вектор. Лол. Но флешхайдер и расширенный магазин все еще есть. Могу тебе отдать. Ну ладно, давай вместо скара его возьму, хрен с ним. Эх, жаль, супрессор на нем остался. Ничего страшного. Флешхайдер будет, забей. Стоп, на скаре супрессор был? На скаре, да. Хотят. Хотят. Мы, кстати, в центре круга. Как ни странно. Так, полис ВС-2, а где глушак? Там скар лежит. Прям почти по центру. Вижу. Скар. А глушак? Прям на нем. А, одет? Да. Окей. Хорошо. Чего, где у тебя что? Так, значит, раз тебе, два тебе. Ой, за яйца. И вот еще просто добавить. Тебе аптечки нужны? У меня 4 штуки. Давай сберу. А, ты уже... Сейчас. Ладно. Бам. На. Найс. Тут еще один карабин есть, если хочешь. Ок. Но прицела под него нет никакого нормального, к сожалению. Да посрать на лейт оставим, если выживем. Патронов под него нет, в общем, проблема-то основная моя сейчас. Я могу поделиться, у меня 55 свободно. Давай. Там у тебя 25. 20-очку. Так, дропа не видно, случаем нигде. Было бы здорово, если бы... Но он должен был на материке упасть, потому что конечно. Там... Вон я его вижу, кстати. Гоу за ним. Надо бы... Йоло. Но, в принципе, он не особо далеко, поэтому да, пойдем. Если там снайпер, кочур моя. Ок. Я не имею возражений на этот счет. Я, конечно, насчет камуфляжа бы не отказался, но я не посмею его клеймить. А вот снайперка это просто must-have для меня. Я хотел, просто хотел. А почему ты не посмеешь клеймить камуфляж? Ну, типа, как бы... Ну, знаешь, вот так вот, что, типа, даже если ты первый добежишь, там, даже если ты там под огнем будешь его подбирать... Чтоб ты там его не взял, не, у меня такого в мыслях нет. Ок. А вот если снайперка, тогда я не позволю. Где это? А, вот он. Так, ну иди лутай. Я тут полежу, поприкрываю немножечко. Да, да, заебись, давай, мне ебало разобьют, конечно. Ну ты ляг на землю. Да, ВМ, заебись. Прицел есть? Да. Найс. А, вот и Гиллис тут, кстати. Ну и забирай поих. В принципе, да, снайпер еле кто в конце. Так, вот тут мачете надо к хуям выкинуть, он вообще всю картину портит. Если честно, вектор тоже, ну ладно, хуй с ним. А там какие-нибудь прицелы вкусные остались? Я там оставил голографик, по-моему. Ну, херня, забей. А, блядь. Я незаметен. Я положил его. Фу. У меня медкит есть. Там был, я его сожру сейчас. Он там возле кабинки, я не знаю, где второй. Так, я пойду его бахать попробую. Ни хера не видно. Ну, здравствуйте. Нашел? Да, лежал тут. Так, вижу мужика. Где? Погоди. На N. За деревом. Вижу. Положил. Хотя. Окей, разделили. Я ему еб еще разбил. Хорошо. Ой, это ТВМ, блять, просто у меня. Шишка стоит настолько нахуенно. Там есть патроны? Слушай, патроны для скара. А какие там 5-6? Ну, правда? Которые винтовочные, настоящие, которые. Есть, да, 5-6. Сейчас я под себя кину. Да я так бы забрал их уже. Там прицела нет, никакого нормального, да? Мне нужны 45-е прицелы, тут Red Dot только. Говно забей. Тогда пришло время снайперить, кемперить, наверное, да? Ну, слушай, в такой игре вообще-то грешно было бы не покемперить. Особенно с таким-то залутом, да? Да-да-да. Ну, давай найдем какую-нибудь точку повыше. Где здесь есть точка повыше? Ну, тут давай. С крыши говно, и там двери открыты, я не уверен. Правда, тут эти двое прибежали, которых мы бахнули. Но нас там могут за жопу взять, так или иначе. Держи очко сжатым. Ладно. Прям все.
А и мачком можно просто из угля алмаз сделать. Найс. Вот предлагаю вот этот самый ближний домик зайти и все. А ты вектор не выбросил? Чё-чё? Вектор не выбросил разве? Нет, он у меня. А ты хочешь его? Да нет. Я потому что, в принципе, я на самом деле готов его выбросить. У меня скар с глушаком, мне больше ничего не надо для счастья. Ну окей, ладно. Если дашь мне винтовку и дашь мне глушак, то у меня есть все, что мне нужно. А, понял. Ты, то есть, не особо требователен, да, к таким да? вещам? Винтовка с глушаком — это топыч, который мне нужен, все. А, кстати, расширенный магазин на снайперку у меня есть, если тебе надо, на. Ну-ка. О, слушай, реально, заебись. Вот это спасибо. Я думаю, зачем ты я его взял? Ах да, точно, там же карабины были. Карабин это сорта снайперка, но немного не то, но все равно. Слушай, там еще один дроп летит ведь. На 120. Йоло? Йоло. Мне просто вектор настолько выделяется из всего костюма, меня прям раздражает это. Так, где он? Но при этом я понимаю, что я совсем без автомата, я буду беззащитен вообще. Да. Так, там спереди мужики за деревом. Где? На 105 дерева. 105 дерева. Они за ним прям. Вижу за правым, за правым. Бам! Положил. Положил. Угу. Слушай, у кого оптика? У меня или у тебя, лол? Ну, я в первого, кстати, попал, вот он лег как раз после моего выстрела. А второго я что-то промахнулся. Ладно, гоу лутать этих пидоров. Наверняка дроп у них сейчас. И дроп. Не забудь про дроп. Да. Но они, скорее всего, уже успели залутать. Но он там, он, у него дымок-то еще идет. Ну они оставили там какой-нибудь говно, видишь, кончился только что. Угу. Так, пока никого не вижу. Здесь. Сейчас. 5-е патроны, тут есть скар. Так, тут нету в дропе ничего залутано. Большой медкит у одного из парней, вот он его достал. Хелмет третий для тебя специально, я думаю. И гроза, да, точно. Ну смотри, забери грозу тогда, лол. Забери грозу. А... Ты, может, на нее можешь свой глушитель налепить? Она не то чтобы сильно отличается по качеству от Скара. То есть у нее сила и эффективный рейндж выше, но меньше стабильности и скорость стрельбы, так что забей. Можешь себя забрать, если хочешь. А чем она стреляет? Калаш. Компенсатор 7, на снайперку 20. Есть, если надо, кстати. Давай. Но он там лежит в мужике. Компенсатор СР, все вижу. Хорошо живем, блин. Прям слов нету. Да. Буквально. Чё дальше делаем? Ну, зона все еще на нас снижается, поэтому сжимается, поэтому, типа... Может, вернемся туда, в дом. На насиженное место-то? Ну, гоу, байк возьмем заодно. Давай. Пошумим. Ага. Пошумим. В этот раз я за рулем. Давай. Только не осыли мне башку. Ладно. Слушай, мне показалось ли я движение везу? Я первый вхожу, ты второй. А, нет, текстуру подгрузил, все нормально. Лол. Йоло. Чё, ещё один? Ну-ка, давай смотрим. Самые охеревшие пидорасы во всём PUBG. Отлично. Ай, блин. Чё-то не вижу. О, дропнул. Гоу. Нет. Ну, давай. Пешком успеем добежать. А, слушай, мы обе пары на дропах же убили, да? Ну, по сути, да. Сейчас нас бахнут, лол. Ты стой поодаль от меня, чтобы тебя сразу не убили, если по мне начнешь молять. Давай, давай. Так, там спереди тачка. Готовься работать по ней, на НВ. Вижу. Снайпер, это ты? Это я. Хорошо. Так, еще одна тачка прямо передо мной на НВ. Вижу. К тебе едут? Нет. Я подхожу к дропу сейчас. Угу. Они отъехали вон на N куда-то вообще. Ага. Оба причем. Так, слушай, я тут мало чего вижу за домом вот этим. Но дроп видишь, главное? Да-да-да. Хорошо. Так, здесь М249, хорошо. Пулемет? Да. Чудесно. И сейчас меня стрелять будут по моей жопе, скорее всего. А откуда? А может быть нет. Да тут просто... Ты это... никого не видишь, да? Ну ладно. Да, тачка приехала, и я испугался. Я бегу к тебе назад. Давай. Прикрывай. Эти чуваки, походу, перестреливаться начали.
Ну и хер с ними. Взял Скар, в руки бегу к тебе. Ну, слушай, я довольно незаметным себя здесь чувствую, на самом деле. Единственное, что я там приц... Блин, по мне... Откуда? За... Со спины. Вижу. Так, одного сбил. Да, еще второго. Не вижу второго. Для первого полз. Так, прожму first aid. Вот зачем смок нужен. Так, вижу мужиков двух. Где? На 330-345. 330-345. Не вижу никого. Ну видишь, куда я смотрю? А, нет, ты за дымом. На карте смотри. Правее надо брать. А. Убил чувака одного. You finally killed two kills, okay. Так, мы только что убили, да? Значит, они там уже сдохли. Хорошо. Но это третья пара. Это один, походу, сдох. Или нет, или двое. Не знаю. У меня 4 килла, а у тебя? У меня 2. Ну, значит, да, все-таки 2. Да, значит, нормально. 5,56 тебе вроде нужны были, не? Я забрал, у меня достаточно. У меня 300. В загашнике. Ну, спасибо, тракториста. Ну да, типа того. У меня 300 в загашнике плюс. И еще заряжены все. Вот в этих домиках может быть враги, потому что я там тачку видел, как она проезжала мимо. Так что там может быть кто-то. Береги жопу. Возле уже меня сейчас будет. Возможно, меня заметят. Нет, не заметили. Так, я тут в кустике засяду, пожалуй. Вот, меня нормально видно? Ну, так, не видно. Хорошо. Я бы не заметил, если бы не знал, где искать. Тогда я тут и останусь пока. Там на 105 в зоне. Только не говори, что он надо мной, а? Почти над тобой. Да ты стой там, прикрывай. Там пацаны с этим... Ну, вон он, видишь, где? Вот, там подальше надо пробежать. Там пацаны на машине только были, не забывай, они сейчас... Я не вижу, где дроп. Да вон же, вот куда я иду, прям ровно туда. Он за деревом у меня спрятан. Угу. О, там уже стреляются. Я ни хрена не вижу дроп. Он на 30. За домами, что ли? Угу. Мне это очень не нравится. Он довольно далеко, кстати, за домами. Не супер далеко, но далеко. На снайперской вышке, видимо, кто-то торчит. А где здесь снайперская вышка? На 60-75. Так, давай я сейчас побегу за дропом, а ты будешь прикрывать, а? Давай. Сейчас так вот. Здесь позицию получше найти. Так, тачка спереди, возле дроп проехала, да. Они мимо дроп проехали. Снайперскую вышку справа чекни. А, вон, подожди, вижу. Из окна никто не вылезает. Так, 8x прицел надо? У меня есть. Но, блин, тут... Ладно, я себе возьму 8х тогда. И, в общем, там гроза так, просто есть, там... А, еще одна гроза? Да, я, пожалуй, пойду отсюда, тут нечего делать. Камуфляжка там нет, да? Нет. Жаль. Так, у меня, кстати, хп что-то неполное, надо восполнить будет. Ты стой там, где ты стоишь, я сейчас в куст засяду и буду хиляться. Понял. На НВ движение вижу два... Или нет, один. НВ? Да, на НВ, за камнем там мужик есть. Засадил ему. Там где баги? Там где два трупа лежат возле дерева, забей. Да, хорошо. Anyways, нам не стоит слишком близко друг к другу быть, чувак, я не забывай про это. Ты слишком близко ко мне. Я понял. Не бегай, лишнее раздвижение привлекает внимание. Пусть, я готов к драке. Ну если хочешь, гоу тройнем, конечно. Я первый, как обычно, только, ладно? Давай. Я сейчас пейнкиллером засажусь. Ага, на Е где-то стреляют. Тачка? Еще тачка, да. Ёпта. Ёпта! Блять, меня чуть не сдавили к хуям. Он идиот, он выпрыгнул на ходу. Ты сдох, да? Нет. Я жив. У чувака друг нет, где-то он, есть. Он сдох. Он. Ну да, я ему... Донасаживал. Вижу. Попал, не попал, не понял. Если бы попал, то была бы надпись... Так, он куда-то вниз ушел, но он за границей зоны. Сейчас придет так или иначе. Ой, тут еще один медкит полный был. Забей вообще, нам лут уже не нужен. Не, ну так-то да, но мне все равно интересно. 6 рыл осталось.
В общем, стреляли откуда-то с 165. О, вижу. Четверых. Да что такое? Так, одному дал. Добил. Ну, это что такое? Он к дому подбегает, к сараю. Вроде у забора сел. Там, где я сейчас? Я второго добью, пожалуй. Я не вижу его второго. Но он где-то там должен быть, да? Вижу его. Убил. Ну, зона сейчас ужиматься начнет. Она сейчас супер много дэмэджа должна ведь наносить, да? Да. Там за несколько секунд тебя убьет. Так, я эту дверь закрою на всякий случай, да? Да, да, конечно. Еще бы мину-то воткнуть, было бы превосходно вообще. Клеймор. Угу. Правда, совсем уж на Call of Duty был похож на похуй. Я со снайперской винтовкой в костюме. Это тотальный Modern Warfare. Бля, чего? Ну ладно. Чего? Ну вон там на поляну надо будет убегать патроны. Могу забайтить на себя огонь. Я, по-моему, съезд ушел пару шагов, но может не показалось. Ага, нет, нет, там вижу, за деревом. Вижу, вижу. Да. Ты в жопу ему выстрелил прям. Минус один. Второй за этим деревом, саном. Я гранату им так кинул. Я тоже. Еще кидаю. Йоло, Дженкинс! Справа заходи. Джи-джи. Хорошо. А, это мы прям как надо вообще. Все. Да, учебничку сделали. Пожалуй. Знаешь, можно это в эталонные эти образчики того, да, как надо лакерить. Три или четыре. Четыре, по-моему. Первый был со снайперкой, второй с грозой.